Всем привет, ребята, с вами Андрей. И сегодня будем играть в Путь воина Битвы Героев. У меня есть такой вот аккаунт. Ну, это мой есть основной. Я сюда много донатил. Вот. У меня 41 уровень и дракон. У меня есть такой шикарный шлем. И вот такие всякие руны. Сегодня у меня 4 боя и сыграем, поэтому... Вот, сыграем. Так, начинаем. Я, наверное, сразу уровень выше. Там больше очков дают. Сейчас посмотрим этот шикарный бой. Моей победы. У меня до этого воина, который наносил 5 очков. Ну, сюрикен. Нам. Хаски Андрей, это не мой аккаунт, а аккаунт, который я занял своего друга Андрея Хаски. Чтобы он... Просто у меня своего не было. Кстати, смотрите, я в турнире занял 42 место. Она меня, кстати, победила. Было, конечно, не очень легко, но... 5 кристаллов я выиграл тогда. Сейчас у меня вот сколько рубинов. Я думаю, на них можно будет приобрести. Были еще какие-то вещи прикольные. Так, мы начинаем с его. Ну, на него нападаем. Сейчас будет очень интересная битва. Игра очень старая, и работает только на ВК Play Matching. Ссылку. Я, наверное, не буду оставлять. Игра очень интересная, всем советую. Сам не очень долго играю. Раньше когда-то играл. Мы все испортим. Сейчас вообще шикарно. Если мне не слышно, то... То не знаю. Я потом расскажу гайки, ну, советы, как вам качаться. Чтобы не накосячить, чтобы потом, ну, слабым не будет, чтобы вас сливали ваши одноуровники. Все, мы его сбили. Ребят, смотрите, можете лучше прокачивать. Вы можете вообще не донатить. Это значит, ну, я, потому что мне это нравится, игра. Так-то вам советую за монеты покупать оружие, поэтому... Вот, смотрите, если вы на начальных уровнях... Смотрите, вы когда покупаете каменный кастет, вы можете вот этот не покупать. Или вот это вообще не покупайте их поначалу, они вообще не выгодные. Вы когда первый купили, второй по желанию покупайте, чтобы сразу же на третьем дубину купить. Этот вы, наверное, кстати, сегодня сможете купить. Так что потом надо будет вот эти вот. Поначалу не покупайте вот эти.
Я вот покупал усекать. Нет. Сейчас. Я вот эту покупал. Чтобы сразу несколько уровней пропустить. Вот так советую, если вы хоть. Вот как я делал. Когда вы доходите до уровня, но мне не показывается сейчас уровень тут. Лучше покупайте. Тут не этот молот, если у вас есть кристаллы, конечно. Тут в части этот молот. Купили молот, да, например. Нажимаете, прокачиваете за 3 раза за звезды. Потом не дальше, только за кристаллы 2 раза. И получается, у вас будет он почти под 1000 урон. Ну, 700, нет. Извиняюсь, 712. И вам не придется тратить монеты на данные эти. Потом, когда у вас будет 712, вот эту не покупайте. И вот эту. А купите сразу уже дубину орка. Но если у вас также много кристаллов в донатер, покупайте либо эту, либо эту. Я купила эту. И также прокачала ее. Она у меня сейчас 2000 урона. Тут по оружию. Низ буду, не буду, тут ничего не посоветую вам. Покупайте поверху. Я поверху только покупала. Шлем, да. Тут очень интересная затея. Первый ни в коем случае не покупайте. Второй можете приобрести. Этот не покупайте. Вот этот покупайте. Я его прокачала, у меня он сейчас на 6200. Так что потом можете вот этот приобрести. Вот этот не обязательно, и вот этот. Можете потом уже на шлем князя вот эти. Вы можете по желанию это купить. Этот не советую. Грудь. Тут, как говорится, интересная ситуация. Вот смотрите. Тут низ тоже не покупайте сейчас. Покупайте сверху также. Потом уже можете, когда будете на этом, его приобретете. И можете потом смело покупать. Когда вот это реально на 62-м. На 62-м. Не вот этот приобретайте, точнее, если у вас есть кристалл на этот, его в любом случае покупайте. Ну, если у вас нет кристаллов, то идите по монетной дороге. Потом расскажу, как кристаллы быстро получать. Плечи. Ну, тут я пока на таких уровнях советую за монеты. Так как плечи дорогие. Потом, ну, когда вы будете на 82 уровне, если у вас также есть кристаллы, покупайте за 100. Килд. Нижние вообще сейчас не советую ничего покупать. За монеты покупаете, потом как-нибудь вот это приобретете. Магия. Тут тоже интересная ситуация. Монетные покупайте, как я. А потом уже можете приобретать метеоритный дождь, либо Армагеддон. Либо вот эту. Либо вот этот. Как вам будет схватить бюджет? Вот тут очень интересная ситуация. Сейчас вам ее объясню. У меня нет 3 друзей. Вот это что еще сожалею. Вы можете купить 3 вот этих. Зельки тоже вам в клане могу дать. Про клан тоже скажу. Вот покупаете свиток восстановления, да? Если у вас есть 3 друга, во-первых, пригласить надо будет. Вот смотрите, вы их, к примеру, ну, сейчас пригласили. Вот. У вас за 500 вы покупаете 3 этих. За 1500, точнее, 3 этих купили. Вы их прокачиваете, они у вас будет примерно 35 либо 40. Как вот это за 5 кристаллов. Так что советую эту. Ну, если вы, как говорится, хотите более мощного, это не покупать. Что тоже хорошо. Или вы на вот этом уровне вот этих думаете, что лучше купить, этот или этот. Вы наверняка подумаете, что вот этот. Я вот этот купил, вот смотрите. Прокачал его также и получил 100% те же. Потратил всего лишь 2 кристалла. 182. Ой, 82, извиняюсь. А это 150 стоит, его смысла нет покупать. Так что потом, если вы хотите в топ идти, вот эти 3 купите. Это не покупайте, вообще никак. Можете 3 эти купить, также прокачать, они будут 75. Вот. Блин, как эти. Можете 3 эти купить, либо, если у вас нет друзей, 3 эти. Дом. Вот это можете купить, это не покупайте. VIP. По желанию. Вот, сундук первый я не покупал.
Я задонатил и купил вот этот сундук. Этот тоже не советую. Вообще ни капельки. Он не стоит своих кристаллов. По 3 раз в 12 часов. И ваш сундук не смогут ограбить. А если у кого-то сундук за 40 кристаллов, первый, вы сможете забирать у него один кристалл. Как вроде. Облики. Облики вообще не покупайте. Купите эту и все. В конце потом можете из этих трех, ну, из этих покупать уже, что вам нравится. Дракон. Его 100% придется покупать, чтобы прокачиваться в дальнейшем. Так как вот эти штуки вообще... Ой, эти штуки, извиняюсь. Эти будут хорошо. Если вы с самого начала купили дракона, покупайте только... Извиняюсь. Так, покупайте вот эти только. Вы за кристалл нет. Шею это вообще не качаете. В конце, когда вы будете богатыми, покупайте все, что хотите. Вначале вообще не советую. Деньги только сольете. За кристаллы вот эти вот. Тоже ничего не советую покупать. За кристаллы. Ну, если вы, конечно, богатый человек, ну, по кристаллам, конечно, покупайте на 7 дней. Вот мой пик. Мой пик. Еще подождите. А, вот, смотрите. Руна уклонения вы будете уклоняться. Мощный удар будете делать дополнительный. И руна восстановления. Кланы. Вступайте в кланы, которые вам нравятся. Вот тут у вас будет на самом первом клане The Kings. Гигантский урон, но плюс это руна смерти, которая забирает вот эти. Не именно эти, а все свитки. Я вот выбираю именно кланы, не такой. Мой клан нажму. Вот где вот это, 100%, который дает. Она дает вам 4-ю эту, она действует также в турнирах. Величайший турнир не советую вам идти в начале. Вы никого не сможете победить. Только будете по 25 монет терять. В первый раунд хоть как будете побеждать. Турнир лиги. Ну там с 40-го, с 30-го уровня можете участвовать. Можете с самого начала. Это для новичков. Будут иногда выпадают кристаллы и руны и всякое прочее. Сельки, не знаю, мне не падали. Награды. Вы можете нажать вот эту кнопочку. У вас появятся вот эти вот так вот. Сейчас переходит. Так, у вас появятся 3 точки. Там вы сможете разместить запись, получить какое-то количество монет. Хэллоуинские обновления. Вам могут 3 тыковки выпасть. Там может бои выпасть, кристаллы и все что угодно. Чтобы попасть в дракону, вот сюда идите. Вот он мой дракоша. В смысле? 2 кристалла дал. Нифига себе. Такого еще не видел. Круто. Банк. Просто так не советую вообще покупать ничего. Советую по скидкам, когда... когда вам сундуки, тут 3 штуки выпадают. Вы выбьете скидку, тогда лучше покупайте 50%, там 30%. По скидке, чтобы купить донат, хорошо, чтобы было. Так я вам советую купить 250 набор. Вообще, самые отличные монеты не покупать ни в коем случае. Так, вот эти вот проходите 100%. Тут дают очень много монет. Так, смотрите. Я сейчас попробую добавить друга. Интересно, сработает, нет? Сразу прям тут вот эти. Так, сейчас мы пройдем быстренько эти 3 боя. Думаю, вам будет уже не очень интересно их смотреть. А если интересно, напишите об этом обязательно в комментариях. Скоро, кстати, выйдет реакция на перца и Клюгера. Так что ждите. Ученики тоже нам дают дополнительные урон и все остальное. Ну, с вами был Андрей. И сегодня... Ой, всем прощаюсь. Как говорится... Ой, извиняюсь. Всем пока-пока.